Рея. Ого! Что там происходит? Привет, Джет! Ты как раз вовремя, чтобы посмотреть на первый полет Роя с реактивными двигателями. Всегда мечтал быстро летать. Донни сделал эти двигатели для меня. Как здорово! Реактивный Рой, приготовься к взлету! Итак, сейчас я полечу! Я лечу! Похоже, ты храбрее, чем я думал, Рой. Диспетчерская вызывает Джета. У нас посылка. Улетных всем путешествий! Я уже готов покорять небеса, Скай. Куда я лечу сегодня? Ты летишь в Лондон, в Англию, Джет. В один из самых читающих городов мира. В нем тысячи книжных магазинов и библиотек. Все для людей, которые любят читать. Нет ничего лучше хорошей книги. Оливия с тобой согласится. Она ждет посылку, которую она посчитает Брил. Брил, так дети говорят здорово в Лондоне. Брил и Чирио, Скай. Так все говорят в Лондоне. До встречи. Занимай свое место, Джет. Храбро. О, так тоже. Очень храбро. Ох, прости, Оливия. Я хотел сфотографировать тебя, когда ты такая храбрая. Не хотел тебя напугать. Ничего, пап. Вам посылка. Ура! Нам привезли то, что нужно. Я Джет. Вовремя, как всегда. Привет, Джет. Приветствую в Лондоне. Я Оливия. А это мой папа. Рад встрече. Это тебе. Спасибо. Ура! Мой костюм Альберта Храброго. Альберт – герой моей любимой книги. Альберт Храбрый. Он вообще ничего не боится. Ох, Оливия, я не хотел, чтобы ты снова испугалась. Я всегда так легко пугаюсь. Я надеялась, что надену костюм и стану храброй, как Альберт. Но этого не случилось. Может быть, если ты прочитаешь книгу, пока ты в костюме, это поможет? Отличная идея! Мы возьмем книгу в лондонской библиотеке. Брил! Брил, что ты знаешь, как сказать здорово, как англичанин. Пора идти! Добрый день, сэр. Не могли бы вы найти книгу «Альберт Храбрый»? Мне так жаль. Книга, которую вы ищете, «Альберт Храбрый», пропала. Пропала? О, нет! Она где-то в библиотеке, но никто не знает, где именно. Не переживай, Оливия. Несмотря на то, что библиотека очень большая, мы сможем ее найти. Особенно, если нам помогут. Пришло время звать команду суперкрыльев. Команду суперкрыльев? Здорово! База, прием. Это база. Что случилось, Джек? Я в лондонской библиотеке вместе с Оливией. Ее любимая книга пропала. Мы должны ее найти. Без помощи команды пропавшую книгу не найти в большой библиотеке. Один вопрос. Чьей команды? Да! Полицейский патруль Пола решит загадку пропавшей книги.
готовиться к взлету. Твои друзья скоро будут, Джет? Конечно! Смотрите! Там летят Пол и Ким! Дела налаживаются! Полицейские патрули! Суперкрылья просто обожают помогать. Мы должны найти эту книгу. За дело! Нет, осторожней! Предоставь это мне! Оливия, молодец! Твоя храбрость спасла читателей! Королевская эмблема! Что она здесь делает? Что? Комнату? Ого! Может быть, именно там книга? Ух ты! Еще одна королевская эмблема! Альберт Храбрый может быть здесь! Начнем поиск! Забавно. Никогда не видел мышь в плаще. Ой! Это не плащ! Это страница из книги! Из Альберта Храброго! Нам нужна эта книга! Доспехи упали из-за мышей! Мышей? Чтобы вернуть страницы, Оливия. Он бы рычал, как лев, и сильно напугал бы их. Спасибо, Джет. Верните страницы мыши! Thank you.
истории Оливия Храбрая. Брю, обо мне напишут книгу. Думаю, здесь мы закончили. Пора лететь.